Снежным утром 6 декабря два работника без спецтехники убирают площадь на въезде в город. На компанию, которая отвечает за содержание площадей, уже не раз жаловались в Акимате. Техники недостаточно, людей в обрез. Не радуют оперативностью и другие подрядчики, которые отвечают за уборку дорог. Недовольство содержанием высказал аким города на совещании. Оперативности опять у вас намного-намного снизилось. Вроде только-только поднялись вы, опять или у вас техники нету? Вы ждете откуда-то технику, когда где-то подберутся. Как у вас? Вот согласно договорных отношений, согласно тех конкурсных процедур, у вас все четко прописано. Столько-то единиц техники, столько-то щеток, подсыпалка, погрузчики. Понимаете, ну порядка 10-12 единиц техники у вас прописано, и она должна быть у вас на взлете и на готове. Особенно много нареканий главы города вызвала фирма «Акбоза Тау», которая отвечает за уборку проспекта Металлургов. Везде надо за вами, как воспитатель в детском саду, слушай, за вами ходишь, пинаешь и требуешь, и ходишь. Нам, жителям, что нужно? Чистая, светлая, ухоженная дорога, все. Ходить, ездить нам нужно комфортно. Автобусам комфортно ездить, останавливаться. Машинам комфортно ездить, останавливаться. А мы должны это все, вы должны готовить, коли вы забрали эту улицу, этот проспект большой. По мнению городских властей, подрядчикам, отвечающим за очистку как крупных улиц, так и внутриквартальных дорог, следует работать оперативней, а также не забывать о подсыпании скользких участков, чтобы не допускать травм и аварий.